Всем здоровья, друзья мои, чтобы ваши цветочки вот так красиво росла и радовала ваш глаз, хочу вам рассказать, как можно поливать домашние цветы необычным способом, да так, чтобы они получали влагу, когда вы отсутствуете дома. Для этого в какой-нибудь емкость, куда вы будете сажать цветок, делайте отверстие и ставите шнурок синтетический, так, чтобы один конец находился в горшочке с цветком, а другой конец касался в емкость с водой, куда вы будете ставить свой горшочек с цветочкой. Таким способом цветы получают воду корням, и они продержатся, скажем, на недельку, когда некому их поливать. Таким образом мы сажаем свои цветочки. Для этого мы сыпем на дно горшочка маленькие кусочки пенопласта. У всех дома валяются. Вот маленький кусочек у меня осталось. Я с него сделала дренажный слой. И сыпаем землю, и сажаем свой цветок.